Когда-то здесь ассасины чувствовали себя в безопасности. Джан Юн и его тигры положили этому конец. Их было больше, и они застали нас врасплох. Они практически уничтожили братство. Смерть Гао Фэна заставит тамплиеров задуматься. Ассасины вернулись. Надо бы повнимательнее осмотреться.大概是鸟吧。
Нужно как-то его отвлечь. Проверим твои рефлексы. Как молния. Попробуй еще раз. Неплохо. Теперь убей его. Отлично. Твоя подготовка почти завершена.怎么回事啊？该死的老鼠！Есть. Здесь мы хранили свитки ассасинов. Я должна вернуть как можно больше свитков.
保持警戒，我们得保持戒备才行。我同意，我们不能让任何人通过。 这里没有异状。谁想到刺客的老家原来这么适合囚禁那些违抗章勇及八虎宦官的人呐？刺客们全都死了，他们的支持者也被捕入狱，我终于可以和平顶了。 谁想得到？刺客们全都死了，他们的支持者也被捕入狱，我终于可以和平顶了。 啊！大概是风太大了吧。 保持警戒，我们得保持戒备才行。我同意，我们不能让任何人通过。Есть。
Готово. Гао Фэн мертв. Как и Ма Юньчен. Мясник? Отлично. Наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное – осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся. Мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, то, скорее всего, убили бы. Мы вернем ее. Возможно, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Возможно. Но я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестра. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек. Джан Юна и тигров. Мы возродим братство.